С 17 по 19 сентября ульяновцы смогут выбрать губернатора и депутатов в Государственную Думу. Мы решили поинтересоваться у жителей Ульяновска, ходят ли они на выборы. Выбираем губернатора Ульяновской области. Только губернатора? Ну и депутатов. Когда есть собрание. А как вы думаете, эти выборы что-нибудь изменят? Ну, надеюсь, что что-то изменится. А вот что бы вы хотели, вот, чтобы изменилось? Да, в принципе, что? И так прекрасно живем, да? Собираетесь ли вы пойти на выборы в сентябре? Да, конечно. А вы знаете, что за голосование будет? Кого да, будет губернатора Ульяновской области и депутатов Госдумы Российской Федерации. Как вы думаете, эти выборы что-нибудь изменят? Хотелось бы верить, что да. Собираемся. А знаете, кого будут выбирать? Знаем. Кого? Ну, губернатора. Губернатора еще? И да, скорее всего, в нашу Госдуму, наверное, кого-то выбирают, скорее всего, да. Нет, если бы я смогла, обязательно бы пришла, да, конечно. А как вы думаете, эти выборы на что-то повлияли бы? Ну, я надеюсь, что они бы должны повлиять на что-то, на наш, ну, на ситуацию вообще в городе. Пойдем. А вы знаете, что за выборы будут, кого будут выбирать? Не знаю. Пойдете ли вы на выборы в сентябре? Скорее всего, да. А почему? Ну, почему скорее всего, а не прям 100% да? Ну, потому что в зависимости, скорее всего, от обстоятельств. Пойдете на выборы в сентябре? Пойду. Ну, вы знаете, кого будет выбирать? Ну, до конца еще не определился. Ну так, предварительно. Как предварительно. Вы думаете, выборы что-нибудь поменяют в жизни ульяновцев? Я думаю, что нет. Ну, уже разуверились все, уже столько было обещаний, менялись руководители, менялись партии, менялись кандидаты, но за все последние годы существенных изменений мы не увидели. Пойдете ли вы на выборы в сентябре? Нет, не пойду. А вы знаете, кого будет выбирать в сентябре? Нет, как-то не интересовался этим вопросом. Да, обязательно. Как вы думаете, выборы что-нибудь изменят? Я думаю, нет. Так, скорее пойду на выборы, и я буду здесь выбирать в Ульяновске специально прилечу для этого. Вот, для меня это важно, я считаю, что каждый должен нести свою лепту, а тем более такие люди, как я, знаковые, должны обязательно принять участие в выборах. И я обязательно буду принимать участие. Так что всем ульяновским моим друзьям огромный привет.